сейчас чистил лошадь, на которой я поеду на этой неловке. Я засниму, как я буду с ней шагать. Ее зовут Савелка. Халлоу, поляк. Мы тебя тоже все видим. Ладно. Я обращаюсь на эту. Кто сказал, что с этой? Внимание. Это моя не больше. Поехала. Это не то, что жилка. Скажи, прими. Браво! Браво, мальчик! Похвала. Надеюсь, никто не придет и нормально не будет. Так, все, опустим. Ответила Вероничка. Вероника. Там ее лицо палить нельзя, и поэтому я ее не снимаю. Давай. Я уже никогда не узнаю эти Вероника, все же. Кстати, подписывайтесь на аккаунт Лошади Хобби. Вот это вот ее аккаунт, Вероникин. И я думаю... У меня новое видео. Кстати, еще подписывайтесь. Я вам все расскажу. Подписывайтесь на аккаунт в Инстаграме Лошади Хобби. Это вот аккаунт Вероники. Она там хорошо снимает. Что ты такое? Ну, подписывайтесь на ее YouTube канал Лошадиный рай. Скажи, какая у меня аватарка? Аватарка у нее на канале тоже наш конь, как бы. У него нос. У него нос. Сейчас будем седлаться. Подожди минуточку. Мы еще не седлаемся пока. Пока надо почистить мордашку вот такой мягкой. Собака у нас мазь, у нее мазь в речку. Это маленькие пятнышки. Она раньше была, у нее мазь в яблоко. Это большие штучки, как яблоки. И пока еще у меня немного сейчас вощёсываться. У меня кокаина в раздвинь. Мы вот такой вощёсочкой будем. Он в чёрной масти... А, ой, извините меня. Вороной масти. Он в вороной масти. Сейчас я возьму такую веточку, подождите. Да. Смотрите. Ну, у него все в дары чёрные. И вся конечка выглядит. Да, у него уже волосы. Растут на другой край. Я вам пока что расскажу все пташки про Савелку. Савелка у меня мы не хотим с этим крысит. Крысит это, видите, она, когда она шагает, или съедет, она опускает голову очень резко. Мы даже не можем предугадать, когда она опустит голову. И сейчас я вощёсываю ей чёлку, а то у неё на чёлке здесь такие вот грязючки бают. Смотрите. И берём. Хвост у него. Так, надо посмотреть. Здесь все плохо. Ушки какие у тебя ушистые. Старинки это плохо. Ну, лучше, чтобы вот так, ну, по-дикому как-то. Ой, блин, все.
соринки гучали. Как мы седлали. Вальфа у него на ручке. Я вам скажу, что такое гирька. Это такая как подушка, где спать, но она в форме седла. Дай ножку. И изделие. Вот и мы это кладем, чтобы было мягче лошади. Если у нее броша, она какая-нибудь такая вот. Очень не хочет. Дай ножку. Броша. Можно ее сломать. Вот для этого мы кладем гирек. Дай. Ну вот так вот я вам могу показать. Подписчики, если вы девочка или мальчик, если вы любите конный спорт, то я вам разрешаю не заниматься. Ну и занимайтесь на здоровье. Это очень круто. И только там есть кое-какие неполадки, может лягнуть лошадь. Так что давайте сейчас мы будем седлаться. Подождите. Сейчас я все принесу. Начинаем седлаться. Так, я вам пока все расскажу. Вот это вальтерапчик. Это кладут под седло, чтобы лошади было в комфорте. Ездить. И мы кладем липучками к гривке. Вот этими липучками к гривке. Смотрите. Вот так вот. Сейчас там поправим, подождите минуточку. Так, Так и мы кладем ближе к холке. Вальтера. Вот так. Положим холке. Ближе к холке. Вот так, чтобы было. Понятно? Так, сейчас подождите, подписчики. А другое делать я увижу. Вот так. Вот так вот, смотрите. Сейчас будем накидывать седло. Не знаю, смогу ли я сама. Я попрошу нашего тренера.